представляющий свою бригаду, заместитель главного судьи Александр Ларионов, Киргизия, боковые судьи Александр Судариков, Россия, Роман Мотылев, Россия, арбитр Иван Макеев, Россия. Давай руками. Турпала, турпала так. Внимание победителям и призерам весовой категории до 71 килограмма спортивное самбо мужчины, до 65 килограммов женщины и до 79 килограммов боевое самбо. Просьба подготовиться к церемонии награждения, собраться в зоне контроля формы. Up to 71 kilos for samba men, up to 65 kilos women, and up to 79 kilos for samba men is traded to the bullet ceremony. Захват! 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 Зах
победителем Кубицуна и самим категорией 71 килограмма до 65 килограммов среди женщин и до 79 килограммов боевого сабо. Готовится церемония награждения. Дамы и господа, больше поддержки! Обладателем кубка основоположником самбо весовой категории до 79 килограммов боевого самбо. Самбо Farmers Cup winner with category up to 79 kilos, combat samba medalist, Никита Северов, россиян!